В Мурманске сотрудники ГИБДД поздравили женщин-водителей с наступающим Международным женским днем и сделали это весьма неординарным способом. Звук свистка и требование остановиться от инспекторов ГИБДД. Так началось утро некоторых водителей, оказавшихся в центре города утром. Но в этот раз полицейские были крайне избирательными, обращали внимание только на представительниц прекрасного пола. Ежегодно госавтоинспекция проводит акцию «Цветы автоледи». В этот день сотрудники дорожно-постовой службы дарят женщинам-водителям тюльпаны как символ весны, а также напоминают о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Сначала испуг, потом осознание, а потом и чувство радости. Примерно такой список эмоций испытывали автоледи. Спасибо, очень приятно. Вроде ничего не нарушала всего-то, так что. Эмоции предпраздничные, весенние, добрые, только добрые. Вы ожидали, что вам подарят цветы? Нет, не ожидала. Часто вы получаете от инспекторов каждый праздник. Да, получали, очень приятно, большое спасибо. Какие у вас эмоции были перед тем, как вас остановили, и ожидали ли вы, что... Ну, если часто, нет, по такому поводу нет. А часто вас так останавливают сотрудники ГИБДД, чтобы поздравить? Нет, первый раз. Первый раз. Акция «Цветы для автоледи» не только служит напоминанием о силе простых жестов, способных скрасить чьи-то будни и зарядить положительной энергией на весь день, но и напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения.